Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать всех участников 27-го сезона конкурса «Золотые таланты». Меня зовут Дмитрий Гончаров, я генеральный директор радиостанции «Сфера Мьюзик» и радио «Шансон Плюс». И имел честь и возможность принимать участие как член жюри в оценке вашего творчества, дорогие участники. Ну что ж, хочу сказать, что очень много участников, которые получили от меня цифру 9, а цифра 9, ну, судили по 10-бальной системе, цифра 9 означает, что вы, дорогие друзья, выбрали либо не ту песню, песня либо не ваша оказалась, либо вы в чем-то недоработали. Ну, все доработки или недоработки – это работа ваших педагогов, поэтому до следующего сезона вы должны принять во внимание мой совет и, соответственно, предпринять определенные действия для того, чтобы в следующем сезоне получить уже оценку 10. Итак, скажу, что тех, кто получил оценку 9, очень много. Ну, а оценку 10 и 10+, получили вот какие имена. Итак, оценку 10 получили Анна Рудык, Мадлена Адамова, Алиса Лебедева, Кирилл Духно, Элен Бадалян, Полина Данченко, Диана Хаджинова, Ирина Перегрин, Елизавета Григоренко, Нана, Дарья Манькова, Александр Корнеев, Татьяна Баландина, Юлия Логинова, Катя Прикольная и Валерия Мельник. Итак, 17 человек, которые получили наивысшую оценку от меня, как от члена жюри. Но некоторые из вас получили оценку 10+. Ну, то, что вы получили 10, это уже говорит о том, что я бы купил билет на ваш концерт. Ну, а 10+, это говорит о том, что я бы пришел на этот концерт еще раз с цветами, либо купил еще один билет на ваш концерт. И вот, кто получил от меня оценку 10+. Валерия Мельник, Ева Панкина, Диана Хаджинова и Катя Прикольная. Всем желаю еще больших творческих взлетов и побед в еще больших других, возможно, конкурсах и фестивалях. Пока!